Пас партнеру. Продолжается атака. Ну и быстрее, быстрее. Надо бежать вперед. Контр. Почти что гол. Это шанс. Гол! Пусть проигравшие, пусть пропустившие ищут виноватого. Мне представляется, что удар был хорош, а у вратаря немного шансов. Да нет, ну классный гол, что тут говорить. Точнёхонько мяч попадает под перекладину, и это гол.